Ми знаходимося на Люсдорській дорозі 17. Станом на 11:30 роботи з усунення прориву водогону тут ведуться. Задля цього від водопостачання відімкнули три райони міста – Київський, Приморський та частково Малиновський. За словами начальника управління реклами Одеської міськради Віктора Панасюченко, на даний час місце прориву та його причини не встановлені. Я прийшла з роботи вчора, в часа 4 вже води не було. Дуже плохо, дуже тяжело. Була маленька струйка, набрали везде, де могли. Во що могли, а тепер взагалі струйки нету. Чому роботи розпочалися із запізненням, розповів керівник прес-служби «Інфоксводоканалу» Сергій Чабан. Предварительным обследованием без раскопки было обнаружено, что признаки подтопления, признаки прорыва как раз исходят со стороны рекламного щита, который установлен возле 17-го дома по улице Люсдорской дороги. Мы оперативно же сразу уведомили компанию «Евроборт» о том, что необходимо данную конструкцию срочно убрать с района прохождения наших водопроводных сетей. Однако, к сожалению, эта проблема не так оперативно решалась, как хотелось. После ночной раскопки мы убедились, что рекламный щит, он не является причиной аварии, но он послужил причиной, которая препятствовала своевременному началу земляных работ по раскопке данного участка. Позицию компании «Евроборт», якій належить рекламный щит, висловив її представник Олександр Рогозянський. Наша конструкция стоит в 10-15 метрах от прорыва трубы, и никакого отношения она к этому не имеет априори. Конструкция демонтирована, и демонтирована она была вчера вечером, буквально через пару часов после того, как нам сообщили о этой проблеме. Под нашей конструкцией никакие трубы не проходят. Конструкция была установлена еще в 2012 году, есть абсолютно все разрешительные документы. Відновити водопостачання планують до 20:00. Олеся Ігошина, Борис Мисливцев, ЮА «Одеса».